А? А, ну, нормально. Да, все в порядке. Это у меня на шлеме включили тоже. В разные ракурсы. Так, сейчас, секунду. Коль, включишь камеру, встань рядышком сейчас. Потом просто отбежишь в сторонку, да и все. Вот что-то подходит вроде, свежего стало. Ну, здесь где-то на линии затяжки там был пузырь, качнуло. Где-то как раз, ну там в середине поля каждый раз был, практически где-то образуется. Так, включай камеру, включай. Сейчас как раз подойдет. Ты только на ту сторону перейди за тросик. Саня там готов? Спроси. Все нормально, поехали. Давай, пошли. Там готов, пошли. Сейчас упираемся, одну ногу вперед. Принял, поехали. Трос натянется, скажу, побежали, побежим вперед. Да. Они как упор. Взлетим, сядем в подвеске, и будет нам комфортно, можно будет отпустить. Стоим. Побежали активно. Бежать. Все, садимся комфортно. Парасейл, да, без заводки. Поточек. Заехал. Вообще не зря. Смотри, Ром, сейчас будем заходить на посадку, будем входить в прямую. Как говорил, надо будет стать солдатиком. Снежки туда вперед. Да, просто вывесить солдатом стать.
покажу, когда. Пока сбрасываем высоту на пузырях. Стоим. Стоим? Да. Шаг назад, точнее в бок. Угу. Все, красавчик. Молодец. Я даже не закатился. Так. Закончила. Давай, я тебя быстренько отцеплю, чтобы. А, я вот этот цепляю. Ага. Все, чтоб тебя не, если что, не потащило со мной. Блин, это круче, чем пара стоил. Все, Ромыч, давай. Захочешь учиться? Хорошо, может, там делаем скидки. Да. Нормально. Да, это не зазываем, просто говорю, что. Я позвоню буквально завтра. Я хочу, чтобы жена у меня полетала. Она хотела с парашютом спрыгнуть. Да, мне кажется, вот это лучше. Ну это лучше, вот. Безопаснее, по крайней мере. Вчера вот у меня пилот работает, он 40 минут.